Уважаемые работники образования, в этот октябрьский день я адресую слова благодарности всем, кто связал свою жизнь с одной из самых благородных профессий – профессией учителя. Сегодня, когда мы строим молодую Луганскую Народную Республику, на педагогов возложена особая миссия – воспитать настоящих патриотов, знающих и уважающих свою историю. Чтобы решить эту задачу, безусловно, каждый из вас должен быть примером, яркой личностью, способной повести за собой, увлечь интересным и полезным делом. И вы успешно справляетесь с этим. Нет сомнений, что профессию учителя выбирают только те, кто горит ею. Зачастую вы не считаете со своим временем. Ведь кроме знаний, вы учите своих воспитанников основным жизненным принципам, стремясь к тому, чтобы каждый ваш ученик вырос настоящим человеком. Независимо от возраста, каждый из нас в этот день вспоминает тех, кто вложил в него частичку себя. Ведь все мы вышли из страны детства, где была добрая воспитательница, первая учительница, самый лучший наставник и друг, любимый учитель. Учитывая, что в образовании преимущественно трудятся женщины, учителей справедливо часто называют вторыми мамами. По-другому и быть не может. Ведь ваша доброта, забота, чуткость, терпимость делают вас такими незаменимыми и востребованными. Несмотря на все трудности вашей профессии, вас уверенно можно назвать счастливыми людьми. Ведь вы работаете с детьми, нашим будущим, что позволяет вам всегда оставаться молодым и душой. Сегодня, поздравляя с профессиональным праздником воспитателей детских садов, преподавателей школ, колледжей, лицеев, высших учебных заведений, всех работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда, желаю вам здоровья, благополучия и мира. Пусть каждый день дарит вам положительные эмоции, пусть оптимизм не покидает вас, и пусть все доброе, что вы отдаете своим ученикам, возвратится в столицу. С праздником вас, дорогие наши дети!